которая мусорная площадка по улице Надежды Курченко. Машина убрала с контейнеров. Сейчас 9 час. Можно дворникам сложить все этот мусор. Контейнеры пустые, мелкие в меду. И навести порядок. Ну никто, вот это все разбросано. Никто ничего не делает. Так оно месяцами лежит. Вот этот мусор, он там еще и не хватает. Вон там за этим. И за площадкой, и сзади, и сбоку. И везде. Вот. Вроде так должно быть. Это безобразие. Это просто безобразие. Здесь ответственные лица. Чему? Жеки возрождения за это дело. Вот этот мусор гора лежит уже больше месяца. Она только увеличится. Сейчас начало еще со всех сторон. Обложили. С контейнера убирается, но в контейнер никто его не накладывает. Контейнеры переполняются, и люди его складывают сбоку все время. Это сами дворники приходят, опять бросают сюда сзади. Нет, чтобы контейнер положить. И все. Чистая имитация уборки утром проходит. Что-то подметает там. Что-то. А вот такая вся фигня, говорится. Сколько так будет длиться, никто не знает в городе.